никуда не надо лазить. Вообще пиздец. Все, в глаза уебало. Разбираем, Миша, кран. Тормозной, потому что сброс не работает. И меня уебало. А что ты туда лил всю хуйню? Солярка. Это, блядь, аж жгет все, Миша. Я что, весь вафленый? Да. Сейчас покажем. Дальше съемка пойдет со своего. Вот такую хуйню, короче, снимаем. У него сброс. Тупит. Блядь, надо его. Состояние сбрасывать перестал. У меня шипело, я, короче. Вот здесь вот такое кольцо, шайба. Под нее мусор попал. Смазка. Ну, сейчас мы будем отмывать его. Колян, ничего, конечно, личного, но вот этот комментарий что-то утром рассмешил, бля. Все, пьем кофе. Идем на работу. Всем наидобрейшего утра. Сегодня у нас рейсик на 520-й куст. Часа через три выезжаем. Пока выгоним машину, помогу мужикам за территорию. Колеса бортуем, Мишку перецепляем. Мишка у нас на батыр последние 20 дней дорабатывает. Я груженный оборудованием. Оборудование приблизительно 6 тонн. Буду работать с флотом. С ними поеду. По машине все устранил. Претензий к ней нет. Все нормально. Уровень масла полмерки. Антифриз долил, ну, бачки где-то вот так, наверное. Ну, долил где-то с литр. Красный антифриз у нас на трех Уралах, которые получали АКМ серии года, которым нет. Все готово к эксплуатации машины. То есть кому-то сделал, как всегда. Спасибо, что отнеслись к ролику рекламному, первому моему рекламному ролику адекватно. То есть я думал, будет какая-то куча негатива, нет. В общем, спасибо, приятно. Ладно, достал рыбульчик из-под спалки. Как всегда, он холодный-прихолодный, ночью стоял на улице. Жидкий. Сейчас рыбульчиком подкрепимся и вперед. И поедем. Андрюшка у нас приехал, сейчас поснимаю. Вот и наш Андрей. Ну да что ты? Все, перестал сигналить. Андрюха! Урала получил, приехал. Все, с 261-го ушел. Человек отработал, приехал, получает пассажирскую машину. Так, на этом, получается, я отрепетировал свет еще, выставил. Ночной рейсик у меня был. Серега выставляется, перецепляются они там. Свет отрепетировал. Маленько отпустил пониже, потому что тут скоростей у нас больших нет, максимум 15, чтобы не мешать водителям, чуть-чуть пониже. И правую фару немножко сместил сюда, чтобы обочину видеть. Потому что у нас обочина — это самое такое опасное. Вот получается, у меня так, вот так стал свет. А так светит, это немножко, обе немножко пониже. Дальний включающийся, никого нет, и, в принципе, видно далеко, как до крана. То есть так пока пойдет. А потом, если уже на межгород выезжать, можно чуть-чуть приподнять. Крануем, сидим. Прицепик будем поднимать. Батыра. Мишане 20 дней на батыре, повторюсь. Выше! Еще!
Зашел? Защелкнулся, нет? Защелкнулся? Забортировать, это мое. Привет, передай. Привет. Как отдохнул? Нормально. Сам Джиган подогнал ему экипаж. Миша. С кувалдой. А цвета нельзя снимать, надо вот так снимать, чтобы было видно. Почему обратно к нам вернулся? Это тяжелая работа. Ну, блядь, далеко. Бомбардировал. Мишка, на Батырском. На свой же Батырь садится. Давай, сейчас. На своего же Батыря. Мишаня. Что-то кабина не защелкнута нихуя. Надо монтажкой поправить. Чек горит. 58 пробег. Колонки уже выдрали. Мишка их оставлял вместе с магнитофоном. Колонки кто-то забрал. Карта КБ. А что сиденье, не пойму? Нет, работает все. Окей. Мы поехали в магазин. Сегодня привыкает батарею снова. Воздух еще. Я поднимал его. Не накачался еще? Ну. Все сделано, пиздец. Масса. Зарядка, блядь. Фу! Фу-фу-фу-фу! Кто делал? Пиздец. А что шторка? Отпустить шторку, нет? Я готов. Стою. Бороду не обгружённый. С вечера выезд, наверное. Чё, как бы ты? То есть, Мишка на чем начинал, на том и заканчивает. Еще 18 дней ему. Фейли. Дорогим катается. Бля, это он жесткий пиздец после Урала. Нахуй, 120. 120 бы платили, я ебал. На батарее. Если кто-то смотрит конструкторов КамАЗа, посмотрите. Как людей трясет. Вообще пиздец. Это все позвоночник. И сравнить бы сейчас на Мане проехаться. Кто на него такие рессоры-то поставил? Конструктор, блядь. Не буду говорить. Счастья, здоровья, любви тебе. Всех благ. Благополучия. Ебаный жёст. Не, ну все равно команда не дачи взяла. Без дачи-то без дачи, но у меня одно заключение, блядь, на машине должен ездить один человек закрепленный, либо два постоянных, которые меняются, которые, бля, ну, не как проститутка. Хуй, поэтому так и говорят, нахуй, новые машины на севере убиваются, они убиваются не из-за дорог и не из-за того, что, блядь, тут... Условия ужасные. Из-за того, что хуй пойми, кто на машине работает. Месяц один, две недели, третий, блядь. Четыре дня, нахуй, 16-й. День еще просто кто-нибудь, блядь. Знаю, у нас, Мишка, год мы на них работали, чуть больше, блядь. Ляльки были. На борту мятинка, нахуй, уже, блядь, аж настроение падает, нахуй. Дай боже.
Ты помнишь, что трубой, когда мятинку засадили, я, блядь, как на них орал, блядь. Вы чё, блядь, там вот такая вот мятинка. Борту. У нас здесь мангал, столик. С корабля на бау. Главное, что настроение. Сейчас я вальчики возьму. У нас небольшие перемены. Гоша теперь на 0.25, тоже с колесом. Дороги ужасные. Сейчас будем разбортировать его ёшное колесо. Не переживайте, это перевозки. Бля, у тебя домкрат пиздец, как будто ты тонар таскаешь. На несколько... 25 тонн, охуеть. 25-тонник, Миша, домкрат. Кирюха оставил свою наклейку? Кирилль. Кирилль! Кирилль! Так, ключик, Мишка, на 10. У меня такого изобилия нету. О, отбивается. Он север-то, блядь. Отошло. Да. Лайфхак. Если колесо не сильно проткнуто, сняли кольцо, подключаем шланг подкачки, подцепляем. И оно само сейчас пум отойдет. И не надо отбивать его с бортовую. А, ну так и все качает, да? Да, оно не сильно. Почти накачалось, ждем выстрела. Так должно отщелкнуть. Легкая разбортовка на зоне. Все! Так делать нельзя, конечно, но можно. Готово. Какой ты красивый, блядь. Колобок. О, блядь. Готово. Пошли дальше. Зачищаем такую хуйню, типа как для пяток. Это и есть для пяток. Это не для пяток. Зачищаем, короче, ты болтик на 6 поймал. Кирилл поймал. На 8. На 8 и сдал машину. Все, так зачищается. Готовьте эту! Ёрчик зайдет туда, думаешь? Нахуя? Нет, конечно. Да там дырочка-то хуйня. Ничего страшного. Зайдет туда. Нихуя. Ну, камеры. Вода идет туда, как. Ну-ка, дайте тряпочку мне. Миша, вон в ящике тряпочка есть. Вон вот, которая сломана. Вот она. Не давай. Надо. На, говорю, давай. Ты ж открывай. Что ты так и ты делаешь? Тише, ну куда ты? Все, хватит, убираю. Да. Блять, куда снимают? Заражение не пошло. Тёмечка приготовил? Прокладка? Юра, ну давай, ты уже как специалист. Показывай, как нам эту латку сделать. Такую, круглую, такую. Да, любую, кругленькую чуть, давай. Чуть, большой нету, чуть. Падает снег уже. Все это происходит на улице. Это еще считается условием люкс, потому что нет ветра. Одни Уралы, короче, у нас в организации. На большинство Уралов. Клей-то там весело. Наносится клей, ребята. Вот. Ну это надо чуть-чуть оставить, чтобы высоко. А прокаточного ролика нет? Нет. Вон, прокаточный ключ. Ключом. Кувалдой нахуй. Все, это подержать пока вот так, чтоб снег не попадал. Да. Защитная пленка.
эти обязательно не выкидываем. Юра, сколько тебе доплачивают за шиномонтажника? Он просто чаще всех нахуй ебашит эти колеса. Сейчас же сказали, всем новые придут, а все старые, говорит, Юре отдадите. Баллонику помощь. Как армейский штыгнешь? И ножницы, и молоток. Да, я уберу, а то у меня подписчики потом проклянут ведь. Точно. Убрал, убрал. Вон в кабину к нему сейчас положу. Да, я в карман уберу, он закрыл. У меня там пакет с мусором. Не то убрал. Моя роба. У Коляна роба это хуительно. Чем тебе моя роба не нравится? Я в сапогах. Сзади чисто? Да, чисто. Кстати, сзади чисто. Так задом-то я что тебе буду делать? Я лежу, ты же лежал на спине. Ну, у Юры-то тоже. Что? Голодный, будь умный. А это то же самое. Медведь нападал. На мин стоял. Я, наверное, это, поеду, отдам тебе свою робу, которая коляновская. А, эту новую-то? Ну, она как сказать, я уже немножко за это... Я все для брата свою робу отдал. Да хули ты шланг берешь, один подъезжаешь, весь в грязи, блядь, его вот так нахуй, блядь, возьмешь. Закручиваешь. Ну, сначала обчистишь его. Ну. Да-да, Даша все равно первого. Уже после первого летняя нужна нет, будет. Нет, пленка. Где там быть-то? Я такую же возьму, как была в прошлый год. Все, собираем. Сейчас будем ставить другой. Маленький надо. Дырочка-то маленькая. Нет. Этот. Сейчас будем грибок. Пассатижи надо? Да. Пассатижи есть, Гоша? Да, вот. Ставится грибочек. Георг, спасибо тебе за набор. Вручает ого-го. Так бы у нас уже нет. Сорвано было все. Надо еще, да, пару таких комплектов. Юрий, и нам один на всех. Один комплект Юрий, а один... Нет, два Юрия. Сейчас будем устанавливать грибочек. Взяли? Да. Сейчас я буду принимать. А ключи-то вообще нахуя в кармане? Вот она, я вижу ее. Вот. Почти, Юра, почти. Это руба. Сейчас будем через проволочку таскать. Суй! А, я понял. Она шипела, короче, с трещины. Еще вот отсюда шипит. Ну, когда, в общем, накачана, нахуй, начинает где свободней. Проволочка. Это его. Кончик проволоки туда, чтобы он вытащился вот так. Отвертку вытягивай. Вытягивай. Есть, пошла. Вижу. Давай. Пусть там поправит, Николай. Не спеши. Пошла? Давай, пробуй. Надо было с чем-то, слышишь, на сухую-то как? Это ж как с девушкой. Давай воду дай. Сначала возбудить. Подожди, давай воду. Капни. Какая воду? Хуй! Ну вот она, все уже можно. С пассатижами взять. Пассатижами не захватится. Захватится. Нет. Видать. Вот она идет. Нет. Вида. Подожди. Вот она. Сейчас вот я попробую. Если пассатижами захвачу. Захватил. Давай. Еще. Подожди, еще это. Вот еще. Давай. Все.
Все, да? Ну. Прокат. Губозакаточную машину? Да она прижмется камера сейчас. А? Нормально приклеит. Нормально, зачем? Ну когда я хуйню похуй, либо вспышку включу и поснимаю, что там, смотри. А камера горит. Готово. Немножко подаем воздух, чтобы расправить. Расправляется. Все, хорошо. Что, ребята, готово? Извиняюсь, что не снимали. Подожди. Засаживали. Андрюха еще пришел помогать. Накачиваем, ставим, отправляем. Коллективная работа прежде всего. Руки. Залог руки. Успеха. Руку с кармана вытащи. Все, ребята, готово. Полчаса. Готово. Один, два, два дня. А нихуя. Все помогли, молодцы. Своего перегнал, чтобы поближе был. Ночью завести и идти кофе пить, пока греется. Все, момент накачки, у нас колесо немножко не встало. Сейчас оно у нас хлопнет. Здесь. Так, давление нужно где-то очка 2,5. Почти села, сейчас легкий хлопочек и все. Качаем колеса аккуратно, что может убить. Проверяем кольцо, приподнимаем. Много случаев было с смертельным исходом. Своего рода бомбы такие, замедленного действия. Внимательно, все очищаем кольца от грязи, чтобы нигде не было по контуру. Садилось на свои места. Мы собираем так со льдом, грязью, с песком. Как поставили колесо, съехало, не съехало, поправляем. Ровно выставляем, желательно монтажкой приподнять один край, второй, чтобы замок закрылся. Ну еще чуть-чуть, давай. Село оно у вас без хлопка, потихонечку дошло само. Наидобрейшего. У нас выезд за первые два дня. Ехать нам 3,5 километра. И мы будем на месте. А какая прелесть! Вся машинка прям радует. Грузу мало. Тон 6. Сползу вообще налегке. Прыгаю. С такими темпами мне, блядь, бака на месяц хватит. Пошли. Вспоминаю работу, которая была 1,5 года назад. Катался с флотом. Таскал химтрал. Запах весны.